Добрый день, коллеги! Я хочу показать вам, как у меня устроена коммуникация и обратная связь. В условиях дистанта мы с вами вынуждены решать вопросы. А где это будет полезно? Я использую такую коммуникацию при разборе заданий учебных, творческих в основном, а при работе с проектами и в работе с курсовыми и ВКР. Давайте посмотрим, как устроен разбор учебных работ. Данный курс у меня уже был упакован в электронный курс, и задания этого курса размещены на электронной площадке. Кроме того, там организован вот такой форум, который называется «Опыты и эксперименты». А здесь ребята размещают, собственно, свои работы, то есть они грузят свои работы не в задания, которые размещены в курсе, а в форум в качестве отдельных постов. Таким образом, мы получаем возможность видеть все работы, то есть участники курса видят работы своих коллег по партии и могут их оценивать, могут их комментировать, могут их просматривать. Для того, чтобы такой форум нам организовать, нам нужно выбрать вот стандартный форум, который отображается в формате блога. Здесь вот такая выборочка, вот здесь мы галочку ставим при организации процесса. И ребята могут сами создавать темы, вот там, создать следующую тему, и они генерят эти темы. В описании форума размещены правила, то есть сколько заданий нужно разместить, сколько баллов они за это получат. И кроме того, я еще настраиваю элемент оценки курса, оценка за курс, поскольку каждый пост мы можем с вами оценить. Для этого нам нужно выйти в «Обсудить тему» и там поставить оценку. Каждому заданию можно выставить оценку. Сам форум автоматически может собрать нам эти оценки вот в такой вот списочек. Это работы конкретно этого семестра. Вот группа уже размещает работы и кто сколько чего назарабатывает. Чтобы такой элемент в курсе разместить, у нас есть... Так, сейчас посмотрю, вот редактирование. В режиме редактирования у нас есть внизу страницы такой блок «Добавить блок». И вот здесь все эти дополнительные элементы размещаются. Вот в частности оценки за элемент курса. Мы получим новый блок. Можем разместить его на этой странице, на главной странице курса и везде смотреть, как продвигается работа. Кроме того, мы эти работы в режиме реального времени, в режиме офлайна, мы эти работы разбирали в аудитории. То есть курс строится на принципах перевернутого класса, задания размещаются в сети, и ребята знакомятся с ними самостоятельно, а в аудитории мы уже разбираем их работы, их ошибки, которые они допустили, корректируем каким-то образом и оцениваем, совместно обсуждаем. Таким образом, идет работа над ошибками, и учатся не только те студенты, которые сделали работу, но и те, кто сидят и смотрят на эту работу. Таким образом, мы с вами можем и видеть эту работу, и обсуждать, и оценивать. Сейчас это обсуждение проходит в Zoom или виртуальной аудитории, которая прикреплена тоже под форумом. Вот у нас есть здесь ссылочка, и можно туда выйти. И уже в режиме онлайн мы обсуждаем. То есть у нас, в принципе, с дистантом ничего не изменилось, просто обсуждение работ перешло в онлайн. Второй вариант – это работа над проектами. Здесь групповые индивидуальные проекты у нас есть в курсе. Сопровождения этого курса в Moodle нет, поскольку это проектная работа, и в основном все строилось на консультациях. В данном случае частичная работа перенесена в Google Диск и в ВК. А в Google Диске проектные работы размещаются в таблицах, ребята отчитываются по сделанным проектам, и в ВК получают рекомендации и голосовые сообщения. Ну вот, например, так, нет, это уже у меня открыта работа ВКР,
Ну, в общем, на самом деле тот же самый формат. То есть в Google Доках размещается сама курсовая работа. Вот здесь вот она лежит, и мы ее можем просматривать, можем ее комментировать в режиме советования, в режиме редактирования, в режиме комментирования. А в самих в сообщениях ВК, поскольку это студенты, с которыми идет более тесная связь, мы обмениваемся голосовыми сообщениями. Вот этот микрофончик позволяет нам записать голосовое сообщение каким-то образом, прокомментировать, да, и вот, например, идет комментарий предыдущей работы. Что это дает? Это дает сохранение информации у студента, даже когда вас с ними рядом нет, и они не могут к вам подойти в любой удобный для них и для вас момент. А я этот режим работы разработала с заочниками, и сейчас, в общем-то, с очниками мы ушли в тот же режим. Потому что заочники приходят не так часто, могут с нами взаимодействовать, и часто теряют информацию, то есть они выходят из аудитории и забывают все, о чем мы разговаривали. И потом возникает очень много вопросов спустя время, то есть нет возможности так часто контролировать. В режиме голосовых сообщений они эти сообщения не теряют, они в любой момент могут их переслушать и отреагировать, уже скорректировать материал. Вот таким вот образом у нас происходит работа. И с работами над проектами, и с работами с курсовыми, и с дипломными работами. Если вы не пользуетесь ВК, то можно пользоваться WhatsApp или Telegram, но в этом случае вам нужно тогда обмениваться телефонами, телефонными номерами со студентами. Я это не практикую. Мне удобно, что они все собираются у меня в сети «Контакт». И еще есть такое правило, я не открываю их сообщения, пока не имею времени ответить на это сообщение. То есть оно висит у меня не открытым. Вот, например, сейчас у меня до сих пор висит сообщение от моей студентки, а поскольку пока до сих пор у меня не было возможности прокомментировать каким-то образом, отсмотреть ее работу, чтобы ее не потерять в списке сообщений, вот сейчас у меня 8 сообщений, да, одно из них от студентки. Я их не открываю, и студенты об этом знают и ждут своего часа. Вот такие лайфхаки, надеюсь, они будут вам полезны. Здоровья, берегите себя. Да пребудет с нами сила знаний.